Приветствую всех, с вами Сенсей. Плейлист «Новые технологии» на канале YouTube Сенсей Портал. Такое вот вступление. Сегодня хочу залить ролик, чем приставки лучше ПК или ПК лучше приставок. Сейчас я не буду брать ноутбуки. Я думаю, что ноутбук против PC. Думаю, что ноутбук даже, наверное, меня как-то выпадает вообще из поля зрения. Ноутбук — это для работы. Я беру сейчас ПК и приставки. Что взять именно для игр? У кого-то, может, есть ноутбук и есть приставка. И это большой респект. Я думаю так. Почему? Давайте разберемся. В последнее время я очень сильно разочарован вообще в ПК. Цены просто без меры растут. И ни при чем здесь курс. Вообще ни при чем курс. Почему? Да потому что кирпич не может стоить $800,000. Никак не может. Но жирные коты нам втюхивают уже какой-то который год. Карты столько не стоили. И я сейчас говорю о видеокартах. Это кусок говна, которому нужен полноценный компьютер. Не просто компьютер, какая-то дресня там, да? Коробочка какая-то волшебная. А процессор, мощный процессор. Мощный блок питания, мощнейший, блин. SSD-шка, память и плата, не забудьте. Все нужно к этому кирпичу, чтобы он заработал. Вот эту говнину ты берешь за 80, за 100 тысяч в руки, на... Это кусок говна, это даже не изделие. Изделие — это вот приставка. Вот подключил ее к монитору или к телевизору и играешь, все. Карту ты не подключишь к монитору и к телевизору. И об этом поговорим. Значит, вот мой канал. 5 плейлистов, избранные игры, прохождение игр, софт и железо. Новые технологии, космос и полезные, справедливые. Если вы смотрите какой-то ролик «Софт и железо», смотрите не один ролик, потому что обо всем, что вы будете спрашивать, есть в предыдущих роликах. Также и новые технологии. Посмотрели этот ролик? Посмотрите еще какие-нибудь. Выберите, поглядите, ткнули и посмотрели. Давайте пойдем дальше. Значит, о чем я хочу сейчас рассказать? О цене. Значит, давайте по цене пройдем сейчас, по ценам. Так, что у нас здесь? Значит, видеокарточка 4080, 130 тысяч рублей. Но мы зацикливаться не будем, 154 тысячи и так далее, 130, 124. Ну, плевать, кто-то может и найдет и за 100 тысяч рублей. Плевать, пусть курс, пусть за 80 найдет, плевать. На. Приставка Xbox X. На терабайт, извините меня. Давайте посмотрим по ценам. Берем самую высокую цену. Самую высокую берем. И самая высокая у нас 54 62 тысячи рублей. Черный, плевать там, что там в ней внутри. Самая дорогая, значит, она самая производительная. 60 тысяч рублей. А я говорю, что карта не должна превышать 60 тысяч рублей. Здесь игровой продукт полностью рабочий. Не просто кусок говна, кирпич, хреноты, а полностью рабочая приставка. То есть ты ее с джойстиками, с хреностиками, с блоком питания, со всем вместе. Да, вы будете играть 30 или 60 кадров. А кто в последнее время из вас купил карточку за 60 тысяч и играет на всем на максимум в 2К, не в 60 кадров, а... Скорее всего, в 30 вы играете кадр. Там есть подписки. Можно взять, купить подписку, пользоваться этими играми. У нас пользоваться ничем нельзя. Да, вы сможете скачать с торрента, пожалуйста. Но если вы захотите купить игру новую, вы купите ее с деновой, за те же деньги, что и приставки покупает. Ну, может быть, сэкономите 1000 рублей. Это сколько вам нужно сэкономить? 1000 рублей? Чтобы окупилась ваша говнина, блядь, за 80 тысяч рублей. И мне пишут, усираются какие-то курсы, блядь.
Да ты тут троллишь и так далее. Я всегда говорю, приводите примеры. Не обзывайтесь, не хамите, а возьмите, приведите пример. Да, вот эта карта так и так и так. Вот здесь вот посмотрите и так далее. Если вы тупой, я не могу вам по 10 раз одно и то же объяснять в каждом ролике. Приводите примеры. Написали один текст, подождите ответа. Не будет ответа, напишите еще один. Я не пойму, зачем засирать, несколько сообщений накидать и в конце концов выругнуться, обхамить и так далее. Я вот понять не могу таких людей. У вас что, не держится, что ли? Дресня из на вас идет. Я вот понять не могу. Ну, написали пост один, закрепили там ссылками и так далее. Или вот мое мнение такое-то. Я уже об этом говорю каждый ролик, и все равно все усираются. Да, у меня такой канал эмоциональный. Да, я затрагиваю такие вещи, которые и вас затронут. Но я в основном рассказываю для людей, которые делают выбор, что им сейчас взять. И ваше мнение курса рубля, мне кажется, никому сейчас не интересно. Кто-то на Авито возьмет. Вообще курс никак не влияет на Авито. Как об стенку горох. Вот 30-80, 40 тысяч рублей. Вот в 2К я не могу поиграть в 60 кадров в новые игры. Я не могу поиграть. Я и в 40-то, блядь, не могу. Ну ладно, я там записываю и так далее. Да, я могу там... включить ФСР, ну вот в приставках они сейчас есть, насколько я знаю, по-моему. Да, я не утверждаю. Как я вам всегда говорю, если вы не утверждаете, это мое мнение. По-моему, есть и там эти функции. А мы берем кусок говна за 80 тысяч, за 50 я взял. Так это вот, наверное, еще бэушные, наверное. А вот дорогие-то, наверное, вот стоят вот так, скорее всего. Что тут за чудо продают, неизвестно. Надо в каждой копаться. Но дело даже не в этом. 40 тысяч рублей. Это, извините меня, ну... приставка. Полностью исправный продукт, который... А это еще не знаю, чего вы возьмете. ПС-ка. ПС-ки дорогие. Ну, посмотрите. Давайте самый дорогой возьмем. 65 тысяч. 64. Это что, 70 тысяч, вот, пожалуйста, вам. Ну, это навороченные, наверное, вот там красные или стандартные-то они стоят. Это что, плохая приставка сейчас, что ли? Да, в ней есть изъяны. Многие об этом знают, кто их приобрел. Ну, диски сейчас стоят так же. То есть, и вы берете компьютер за 200 тысяч рублей и также покупаете диски. Никаких хакеров, ничего вам сейчас, никто ничего ломать не будет. Вы также все... будете ковыряться. Давайте вот здесь посмотрим. Ролик я нашел. Все играется и на всех. Почему нету? Здесь карточка взята. 40-80. 40-80 взята карточка здесь. Мы сейчас смотрели, сколько она стоит. Она стоит две приставки. Две приставки она стоит. По отдельности она не может работать. И ее надо куда-то воткнуть. То есть она идет комплектом с компьютером. И обойдется вам это удовольствие 250 тысяч. И люди усираются, какие-то там нахрен сказки мне рассказывают. Курсы влияют. Это влияет Россия. Доставка влияет. Вот такая доставка, поэтому... Карточка стоит, выпускная цена, блядь, NVIDIA, $1000. Чего тут, блядь, какие тут курсы? Я о чем вы говорите, нахрен? Или $800. Плевать, как она до нас доходит. $1000, это уже много. По меркам даже Европы. Ну, Европу хрен с ней, в жопу. Ну, эту дресню, брать, вы что, вы обалдели? Вы о чем разговариваете? О чем вы говорите? Какие курсы? $1000 карточка стоит. Блять, тут приставка стоит $500. Тут 1000 только карточка. Вот создай комфорт и так далее. Феррари. Вот это... Значит, мы Феррари покупаем. Вот и все. Технологии новые. Ни хрена глюченая, блять. Артефактит.
кто в этом виноват, и чему мы не разбирались. Скорее всего, NVIDIA, потому что она не поспевает. Да, 4080, 4090, эта технология будет работать, потому что там вычислительная способность быстрее. Но если вы берете 4070, 4060 и хотите 70 кадров, конечно, у вас одно лагание будет. Вам карточку надо 4080. Как можно эту технологию прикрепить к 4060, к 4070? К 4080 она глючит. Чего говорить тут? И нас дурит на каждом... И есть такие фанаты, заступники, блядь. Да, это, а это вот это. Вы сами себя успокаиваете, что ли? Все забудьте. Поверьте мне. Я как Жириновский, блядь. Вот один в один. Мне все так говорят. Ну. Все, что ты говорил, вот через год, через два увидите. Ну. Его никто не слушал. За дурака принимали. Ой, да чего там? Да у нас Путин есть. Нахер нам Жириновский туда-сюда? Вот, ну, за дурачка его считали. Ну. А он, блядь, как провидец. Все, что говорил, все исполняется. Ну. Дураки мы. Люди прекрасно на приставках играют и в 30 кадров. А я в 30 кадров играю, блядь, в два раза дороже. Не то, что компьютер, а карточка два раза, блядь, дороже. Но. Полтора раза. Ну, Xbox X я вообще... только вот это я рассматриваю. А S я вообще не рассматриваю. Это не для этих игр, не для новых игр. А Xbox X, да, Сонька... Почему бы и нет? Меня очень удивляют вот эти вот фанаты. Вот, ребят, я вот в самом деле вас не понимаю. Я не понимаю вас. Как можно за таких мерзавцев, блядь, котов жирных морд, блядь, заступаться, блядь? Чего-то как-то, блядь, в их сторону там. Если вы там работаете, даже на NVIDIA... Если бы я работал на NVIDIA, я просто бы молчал и все, потому что я бы уже больше бы знал об этом. Я хочу сказать, что это мировая продукция, это заводы, которым обходится, это копейки, блядь. Гроши обходятся, блядь. Чип там может $50, вся плата может $100, там $250, блядь, за глаза. Потом начинаются эти перекупы всякие, блядь. Вся эта шобла, но отпускная цена 800, 500, 800, 1000 долларов. $800 отпускная цена, блядь, завода, NVIDIA, блядь. Плюс эти все лягушки, прихваты, охлаждение меняют и так далее. Вот еще накинули, там охлаждение на $50 не тянут, они там по 150 поднимают. Вас, блядь, дурят всех, и меня в том числе, блядь. 3080 в этом году не способны, блядь, давать нормальный фреймрейн без дресни. 40 не тянет кадров. Ладно, хорошо, помогает технология, это рефлекс. Включаешь ее, вроде как будто 40-50 кадров. И вот это дурище лезет вот из людей, и вот они на самом деле думают, что они правы, что ли? $100,000, блядь, карточка, видеокарта, кирпич, блядь. Неспособный, блядь, нормально показывать фреймрейт. 4080 не может в этой игре без DLSS. Еле бздит, пердит 46-48 кадров. По максимуму, если ставить все. Чтобы увидеть картинку. Нам рассказывают хорошие картинки, а мы ее не видим. А мы играем на приставках, сука. За $300,000 мы играем на приставках. Ой, долларов говорю, рублей. Я играю на своем компе, ну хоть хрен с ним, 150 тысяч пусть он стоит там, блядь. Да даже 100 тысяч. Две приставки у меня. Я играю как на приставке. С мылом, блядь, со всем говном, со всей этой дресней, блядь, в 37 кадров. Ну. Вот как, блядь, заебись мы живем. И здесь курс ни при чем. Сравнивайте с западными, там зарплата 1500 долларов у них.
$1000 для них это деньги. А для нас дураков, блядь. Ой, ты что там 100 тысяч-то нахуй? Пошел и выбросил, блядь. Там кредитов нахуй на целый год, блядь, позади. Плевать, зато у него карточка. Сейчас все будет работать. Год прошел, на нахуй, здравствуйте. Включай мыло, говнище это нахуй. Я думаю, что сейчас А4К даже... Надо быть идиотом, чтобы сейчас купить 4К. То есть, я думаю, таких людей надо отмечать, метить нахуй это. Ты чё сказать? Ты чё, блядь, тут... Тут на следующий год ты нахуй выбросишь это нахуй 4К. На Full HD надо переходить. На старую технологию Full HD, блядь. 2К уже не тянут карты, которые тянули 2 года назад, блядь. Карточки не поспевают, блядь, за прогрессом. Они на жопе. А вот приставки они сейчас сделали и будут подгонять. Графику, все будут подгонять. Но это полное изделие. Да. Дешево выглядит и так далее. Но извините, это изделие. А мы карточку, на. Вот ты, матерь божья, на. Что ты, блядь, творится, на. Вон, видите, вон, косячит, блядь. PC ничего не косячит, блядь. PC начала херачить, блядь. Её. Вон она хуярит, блядь. Вот вам технологии новые. Но, конечно, новые технологии, она очень поможет в дальнейшем, когда это будет... Эти карты нахуй не нужны будут, когда будет все. Люди уже 600-ю серию будут покупать. А 4080 будет... Помойная яма, блядь, как 38. Будешь 2К дрочить на 4080. Который ты взял, блядь, за 150 рублей на тысяч. Поэтому... Игры сейчас уже не виноваты. Да, эта игра должна была... Я в предыдущих роликах говорил, что эта игра должна была более плавный переход сделать. Мишенов и так далее. Наполнение мишенов должно быть плавнее переход, чтобы люди могли играть. Но дело даже не в этом. Unreal 5, блядь, нагибает уже конкретно, не по-детски. 3080 нагибает. Ну. Что говорить там о картах прошлых? Это только серия только была, 30-я серия. Это предпоследняя, она наверху находится, в порядке. 3090, все, там, извините меня. 3080 для 4К, она в 2К не тянет. Она не тянет движок, который был уж запланирован черт знает когда. Это все уже прекрасно знали. И AMD, и NVIDIA. AMD, да, как всегда я говорю, получше подходит. Все равно более опытно подходит к этим вещам. И шинка у них посерьезней. И разгон они уже давно делали. Как Intel, все у них горячие, но все лупит. Лучше, чем AMD процессоры. Поэтому я склоняюсь все-таки к тому, что надо приобретать приставки. Слазить с этой иглы, блядь, с этих наркоманов, блядь, вонючих нам. Жирных котов, блядь, мерзавцев. Слазить и переходить вот на приставки. Меняться с друзьями. Кто-то купил там раз туда-сюда. Как у меня вот дочка так делает. А это говнина уже без надобности, блядь. Вы вкладываете туда, блядь, такие деньжища, а на следующий год вы сидите на жопе. Не через 5 лет. Мы раньше планировали как-то там на 2-3 года. Вот бери эту. Ну. Все, ребята, блядь, на год не хватает. В 22-м 3080 показывал себя, а в 23-м все. Как пошел, вышел новый движок, Unreal он не тянет, все, епта. 37, 38, 45 кадров. Ну, если я не записываю, да, но около 50 это уже крайняк. А я не знаю, что там будет с Unreal 5. Может быть, по полной кто-нибудь загрузит, например, такие, как Unreal 4 загружает Fara 6. Да, много зависит от оптимизации, движок новый, новые добавления и так далее. Но нужно уже присматриваться, прислушиваться к этому, что уже звоночек-то, блядь, гудок уже нахуй. Та-та! Уже все, гудок, блядь, что эти карты на помойке будут на следующий год. Вот о чем я хотел рассказать. Без всякого юмора, соплей и так далее.
Всего доброго, берегите себя. Смотрите, следующий ролик будет Резик 4. Ремастер, как он там называется-то? Ремейк на 3080. Сколько будет FPS, будем менять память, сколько нужно памяти. У меня 10 гигов памяти, хватит ли на Резик 4. Всем фанатам Резика 4 проходите мимо. В конце того ролика будет прохождение Резик 4. По-моему, у меня весь пройден. Но я скрежетал зубами на эту игру. Вот такие дела. Всех благ.